Итак, дамы и господа, добрый вечер. Давайте начинать. Evil Genius против Virtus.pro. Это за Defense, это полуфинал винеров. Смотрим баны пике. Герокоптер Батрайдер, Дарксир. Никс Ассасин забанены. Виспа первым пиком берут Virtus.pro. Вот так вот Виспа выпустили из банов, вместо него забанили Герокоптер, ну и сразу же его набирают. Посмотрим, как Evil Genius собираются с этим справляться. Virtus.pro в последнее время выглядит достаточно сильно. Они даже у Empire, по-моему, выиграли. Ну и Evil Geniuses. Последняя встреча, которую мы смотрели, если не изменяет память, была против Team Liquid, ну и там они сыграли относительно слабо. Так, ну, давайте посмотрим, что здесь можно набрать. Что доступно. Не забанен Магнус, не забанен Undying. Keeper of Light тоже доступен. Берут Keeper of Light и берут Магнуса. Так вот, двоих сильных героев из пула забрали. Так, ну Virtus.pro, надо брать House Knight, само собой, в одном из двух пиков. Вторым пиком можно взять... Берут Undying. Неплохо, сильный трилейн. Если под трилейн с House Knight, Undying, Wisp, конечно, нужно им немножко уровня, но... Можно и так попробовать. Там чуть ли не с первого уровня уже можно кидать станы Рейз Тезером, накидывать Дикеем. Может сработать. Ну, можно поставить, пофармить пока. Undying поставить на отпулы. Посмотрим, как они доберут, как они разойдутся. Evil Geniuses думают, надо брать кого-то трилейн керри. Кого есть можно взять, учитывая, что Висп с Найтом будут постоянно пролетать и всех убивать. Давайте подумаем. Минута осталась. Доступен лайфстиллер, доступен очевидная связка с Keeper of the Light и Phantom Lancer, но вот Phantom Lancer может просто не пережить давление от House Knight с виспом. Undying тоже серьезная заявка такая на агрессивный мидгейм. Будут пытаться форс тимфайта Virtus.pro, берут лондроида. Так, ну и настало время банить. Virtus.pro смотрит, остался один саппорт, остался либо трилейн керри, либо... Какой-то соловый герой. Давайте подумаем. На их месте я банил трилейн керри. Либо таких саппортов, которые очень коварно дизеблят. Забанили Тинкера. Можно было взять Тинкера на мид, Магнуса, поставить оффлейн, ну и трилейн с друидом. Чтобы потом, когда прилетает Висп с House Knight, там же идет марш. Марш машин 4 уровня. И очень быстро на нем погибает House Knight. Достаточно больно прошибает. AJ задумывается. Кого здесь можно взять? Можно взять кого-то на мид Virtus.pro, можно взять кого-то джанглера даже. На месте AJ я бы призадумался про джанглеров. Дизейблов. Ну, с House Knight'ом хватает. То есть, вроде бы и тезер есть. Можно бы и побольше, но... Побольше. Здесь я уже не знаю, как влезет, не влезет. Здесь третий саппорт. Если влезет, то будет Undying стоять соло и потом будет просто приходить. Не получая турни, вкачает там стон свой. Забанил Queen of Pain. Достаточно противный герой. Если стоишь на меде против нее, решение весьма неплохое. Так, с этой стороны продолжает раздум. Тинкер уже забанили. Таких вот банс. Вспомнили про Enigma. Вполне могла влезть. То есть Enigma ставишь лес, трилейн с медведем. Допускать этого никто не хочет. Отвечает баном Фуриона. Фурион, ну достаточно очевидный бан, потому что виспом с House Knight'ом. Пролетает двое, прилетает третий Фурион еще. Достаточно противно. Из ниоткуда целая толпа появляется, тебя начинает убивать. Ну и плюс, после каждого килла Фурион начинает активно пушить вышку. Virtus.pro. Enigma забанен, Тинкер забанен. Кого еще здесь можно надумать? Саппортов пока не трогают ни с той, ни с другой стороны. Вот пытаются как-то их обходить стороной. Возможно, здесь доберут кого-то. Санту пошлют на Undying. Сложную линию. Один саппорт нужный. Evil Genius. Пошел резерв. НС в размышлениях. Вполне вероятно, что
Ила Джинс будет добирать. Возьмут, например, сейчас Shadow Demon и какого-нибудь лайфстиллера. Лондроид будет стоять соло, Магнус на меде, это будет достаточно сильные лейны. Однако, если передавит Хаос Кнайт, то окажется так, что ни лайфстиллер, ни Лондроид не нафармили. Может быть, достаточно грустно, что тимфайт презенс у них только основывается на Магнусе на Элиминейте. Может этого не хватить, если будут давить их, навязывать драки. Учитывая, что есть андайнг, это вполне они могут сделать. Ну и 25 секунд оставалось. Забальный чен на второго джанглера с этой стороны. Queen of Pain забальный, забальный еще с профита. То есть таких вот, кто на мид, кто на оффлейн пойдет. Вспоминает персонажей. Кого здесь еще можно придумать? Кто еще на мид у нас ходит? Пак, Темплар Ассасин, вспоминает про Пака тоже. Очень такой активный персонаж. То есть что Queen of Pain, что Фурион, что Пак, они весьма быстро перемещаются по картам. Что, что у одной Блинк, что у другой. Что у другого Телепорт, что у третьего его Иллюзри Орб. Ну и плюс сам Блинк собирает пак потом. Ладно, давайте смотреть, что здесь надо набирать. Надо брать кого-то на мид. Ну и потом смотреть, либо добирать саппорт и делать 3 лейм Висп Хаус Кнайт плюс 1, либо добирать какого-то какого-то соло героя, либо, ну, джанглеров перебанили наиболее популярных. Скорее всего, джанглеров здесь уже не будет. Не осталось всего ничего, 15 секунд, надо что-то придумать. Кого на мид здесь можно поставить? Есть Ланай, в принципе, Темплар Ассасин, однако Тимфайтер она не самая лучшая. Но это можно покрыть андайингом. Берут инвокера. Давненько мы его не видели, последний раз мы его, по-моему, видели Дэнди, когда я брал. Когда они дрались тоже на дефенсе с эмпайрами. Инвокер, после нерфа его все реже и реже мы видим. Посмотрим, как он будет раскачиваться, вкачается сквозь Квасвекс, будет расконтролить людей в тимфайтах, вкачается в Экзорт, будет неплохо помогать на пуше двумя форспиритами. Иджей в раздумьях. Проблема у инвокера в том, что ему нужен экспириенс, нужен фарм, то есть будет стоять на лейне, особо никуда не перемещаться первые минут 15-20, пока у него там не появится хотя бы фейсбут, форстаф, может быть даже плюс еще что-то. Пока он это не доберет, он особо перемещаться так не будет. Ему соло экспириенс очень важен. Может быть критично, если хорошенько переромит. Нил Дженис, пока у них роминг склад совсем никакой. Вот берут Shadow Demon. С Shadow Demon можно что-то и придумать. Время брать. Время брать кого-то на соло, либо саппорта. В зависимости от того, куда отправят андайнгу. Частенько у них Сант ходил на дайнке в сложную. Просто максил Тумстон, ну и потом, как только драка завязывается, прилетает, его ставят. Ну и, собственно, конец истории. Время совсем мало, 8 секунд, резерва. Надо как-то продумать все это, обыграть. Клокверк. Клокверк, понятное дело, пойдет соло. То есть здесь очевидно уже трейлер, инвиз, пандайн, хаус, кнайт, ну и инвокер на мид. Можно, в принципе, и Клокверк на мид послать, и инвокер в соло стоять один на один, если... То есть, если трейлейн пойдет пытаться убивать медведя, то есть будут они воевать, трейлейн и трейлейн. Можно расставить этих персонажей как угодно везде, нормально стоят. Так, ну и Лжениусус, видят они, что у врага есть, надо обдумать теперь самим, как все это расставить. Кунка, Shadow Demon Кунка, классический прям такой... Пик. Еще до International его пикли набирали. Команда Mousesports очень любила. Shadow Demon кидает Disruption, и туда ставится Торрент. Подкидывает. Дают Tidebringer'ом, сплэшем. Но если еще и Keeper of Light туда лошадей задают, то это минус один гарантированно. Посмотрим, осмелится ли Virtus.pro сейчас сходить к врагам. Может, враги и сами к ним заявятся сейчас. Надо все это хитро обыграть как-то. Чтобы медведь соло смог расформиться спокойно, один против одного. Скорее всего, против Клокверка.
Ну и Магнус против инвокера на меде вполне отстоит. Есть эскейп. Инвокер сам достаточно медленный. Если не придет, никто не поромит, так они и будут стоять просто фармить пассивно. Ну и разбирает героев. Давайте смотреть, давайте начинать. Virtus.pro, сторона Radiant, NS на VSP, Xay Undying, Santa, Clockwork, Tame Wild, Invoker, ну и Airman на House Knight. Бегут на ботлейн, то есть никто никуда не пойдет, скорее всего. Стороны Virtus.pro, но с этой же стороны идут EG, EG Demon, Magnus, Jay на Акунке, Fear, Медведь, Бидит Shadow Dem, ну и Майлк на Keeper of Light. Сейчас будем, видимо, будут пытаться как-то воевать. Хотя, не факт, то есть пошли они не вот так вот, не стали пытаться агрессивно прямо сходить, пытаться драться, брать ферстблады какие-то. Вместо этого заходит на Рошана. Поставили вард. И начинает его убивать, танкует медведем, все весьма неплохо, пока Магнус по очереди с медведем так вот танкует, все остальные стреляются. Регена у всех достаточно много. Здесь Алю купил Кунка, сейчас Мишка отойдет, его подхилит, пока потанкует по очереди Джея с демоном. А здесь идут уже Virtus.pro. Ракету Санта не вкачил, но сейчас, если зайдет, поставит Коги, надо скорее всем бежать. Как мне бы сейчас ферстблад. Поставили Торн, подкинули Санту. Идет Иллюминейт, немножко всех посадили, кусают медведем. Ну и, похоже, разошлись полюбовно. НС пошел смотреть, как там дела с Рошаном. Видит, что у Рошана чуть больше, чем пол хп. И улетает, ставит вард. Расходится по лейнам, ну и... И Virtus.pro понимает, что к ним сейчас придет Кунг с Shadow Demon, что будто они пытаться делать свою хитрую комбу. Ну и Keeper of Light им будет всегда давать ману, чтобы они это делали просто по кулдауну. Тайдбрингера. Урон на первом не так много. Да и скалится он не так хорошо, на втором 180 урона у нее становится. Тем не менее. Можно вполне пытаться подловить кого-то. Либо... НС, либо Хаус Кнайта даже. Встречается лейны. Кунг боится, не подходит. Понимает, что поймает Хаусболт. Может тоже плохо закончиться для него. Как-то он ждет, пока саппорт куда-то сходит, поставит варды, видимо. Расходится Бидис. Хотел поставить вард в отпул, видимо. Вот он его поставил. Ну и Джей подходит уже, начинает фармить. Понимаешь, там саппорта пока ходит занимается своим делами. Времени у него немножко есть с этой стороны. Санта встречается с медведем. Ну и инвокер вкачает. Вкачал уже один поинт в экзорте. Стреляется в демона. Демон уже достаточно сильно просел. Как бы он на бутылку здесь накопил. И могут возникнуть проблемы, если так дальше будет харасить. Инвокер набирает санстрайк, кидает. Дисрапшн поднимает на торренте Эрмана. Санстрайком инвокера, если кинут хаусболт, если хотя бы на 2 секунды прокнет, можно уже пытаться брать ферстблада. Видимо, такой план. Демон сообщил своим, что там санстрайк. Здесь такая напряженная прям ситуация. Элиминейтом одного крипа задувает. Демон 4 сотни, до бутылки достаточно далеко у инвокера. Все вполне неплохо. У него половина хп, но скоро появится квас у него. Конечно, не так уж и скоро. Подтянули Джея, кидает его в Disruption. Джей спокойно уходит. Не стали целиком коммить с Virtus.pro. Можно было попробовать Санстрайк туда засунуть. Что-то еще, но Санстрайк разошелся бы между иллюзиями. Иллюзии дружественные. Для Джея. Майк находит реген, ну и решает потратить последнюю ману. Забирает руну. Здесь отпивается инвокер, вот его демон немножко подхарасил, сам над крипов еще наплучал. Наконец-то отпился, санстрайк у него уже второго уровня. Давайте посмотрим, как здесь по крипам. 5 крипов, 2 деная у клокерка. 15 крипов у Фира. Фир просто доминирует здесь лейн. У Санты большие проблемы с фармом. С этой стороны у демона 9 крипов, 10 деная. По денаю весьма неплохо он инвокер, 6 крипов, 3 деная. У инвокера, вот он, видимо, все смотрел на ботлейн, когда же санстрайк пускать, в итоге скрипаем все не так хорошо, как у демона. Продолжает он настреливаться ему шоквейвами. Инвокер приносит себе ботиночек, еще одна сальва у нее есть. Тихонечку фармит. Ну и сейчас, видимо, будут пытаться кого-то убивать. Второго уровня кунка.
Очень быстро получит третий. Майлок поймал стак ДКМ. Ну как-то они напугались прям. Продолжает харасить с иллюминейтами. Висп уже без регена. Остался только хилинг салф, который на пол хп как-то выпивать не хочется. Вот как бы пол хп не превратилось в 0 хп. Ну и вообще регена 2 сальвы и помимо этого больше ничего. То есть пара лошадей, они выпьют по сальве. И можно будет начинать их убивать всех. Фир. Пятый уровень получил. Скоро будет прок с интангл. Как бы Санта он здесь не подцепил. Но у Санта есть Power Cox, Battery Assault. Будет убегать, если что. Не проблема. Ну и как-то прям четвертая минута. До сих пор не First Blood, ничего. Выбегает на руну. Четырехминутный Майлк. Говорит, что руна сверху. Здесь, видимо, гонка такая за руну. Инвокер без бутылки, но руну все равно надо взять. Берет иллюзии, зацепляет их с собой. Сейчас пойдет ими харасить Магнус, либо просто добивать каждого крипа. Вкачет второй торн Кунка. 180 урона уже, я думаю, и Селкэшер там появился. Нет, еще первый уровень Shadow Demon. Видимо, до Селкэшера они не хотят коммититься особо. Демон отправил бутылку обратно. Здесь Фант уже, Санта. Господи, Фанта. Проседает на пол хп. Медведь. Сорбо Фэн его постоянно царапает. Если прокет энтангл, чуть ли не треть хп сразу же улетучивается. Хопперка. Одного крипа опять убивает Майлк. Сам до сих пор первого уровня. Первого же Шадоу Демона. Здесь давайте посмотрим. Третьего уже Висп. Пятого Хаус Кнайт. То есть сейчас будет прокет на 4 секунды станы. Джей тоже третьего. Вот они по опыту как-то очень-очень сильно просели. Хоть вроде бы от крипов слишком далеко и не отходили. А с другой стороны... У Virtus.pro в этом плане в разы просто лучше ситуация. Так, ну и теперь надо команде IG бояться. Потихонечку отходят они уже от крипов, понимают, что Хаус Кнайт нажмет на кнопку, если прок на 4 секунды, то это пиши пропало. Конечно, есть дисрапшн на этот случай. Но это тоже раз на раз. Virtus.pro ведут себя очень агрессивно, очень нагло, понимают, что могут себе это позволить, просто спокойно подходят к крипам, фармят. Висп получает опыт, делит с Эрманом. Уже Эрман не так важен соло экспириенс, как важен экспириенс на виспе. Чем быстрее появится релокейт, тем быстрее будет летать, но пока лейнинг фаза это не так важно. Демон продолжает ухарасить Эмайват. Вот сейчас бы хватало мана, можно было попробовать убить. Однако инвокер уже отпивается салью, ну и демон. Нет, не демон, Висп. Руна была снизу. Хейс берет Висп, Джей ходит смотреть на руну. Ну и подцепились, сейчас пойдут кого-то убивать. Майлка, схватили Майлка. Спасает его Disruption Shadow Demon. Летит Санстрайк, Торн подкинули, но... First Blood взял таки инвокер своим Санстрайком. То есть, как я и говорил, кинули в Disruption, вроде бы пытаются спасти, но и в то же время создали такой сетап для инвокерского Санстрайка. Ему проблемы попасть никакой уже, там достаточно долгий дисрапшн. Демон наносит бутылку обратно. Ну и Санта пострелится ракетами в медведя. Три уровня в ракетах. Так, ну здесь пошли ганг с, видимо, Тейма Валда. Сейчас, если найдут его, то... Он хорошо вот так ходит, если бы вышли, попробовали по ганг всего, можно было бы его подцепить. Поставили вард, наконец. Сейчас они увидят этого инвокера. Вот он подходит прям очень близко. Кидает его дисрапшн, надо ставить торн, солкэчер. Прицепили. Отвезли подальше, но и переехал его демон. Однако килл достался Бидзу. Как-то они не пытались его поделить. Бутылка летит обратно, все хорошо. Вот они поменяли килл 1-1, теперь счет. У Фира тем временем 43 крипа. Давайте посмотрим по нетворсу. Здесь нетворс. Первый по нетворсу. Как бы Санта его сейчас не подбил, у Санта ультимейт есть. Можно попробовать подавить на медведя. Аккуратненько, если все это сделать. Вот я думаю, он ждет следующие ракеты. Маны... Нет, маны не хватит. И на ракеты, и на хукшот. Он пытался обнаружить его. Однако здесь уже пришел Бидис. Фир сказал, что хп мало, помогите. Вроде бы колечко регена есть, а вроде бы... Надо аккуратнее быть. Возвращается инвокер. Купил себе уже фейсбут тоже. Демон тоже дела достаточно неплохо. Висп находит здесь дабл дэмэдж, ну и с дабл дэмэджем очень быстро убивает вражеский вард.
Зомби уже 5 уровня, пока они здесь делали отпулы, очень быстро он получал экспириенс, как можно посмотреть, пока небольшое затишье. Пока вроде никто не сходится, можно посмотреть на график. Здесь видно, что у Virtus.pro на 2000 больше экспириенса. Просто из-за того, как они отстояли 3 лейна. Ну и немножко по золоту у них небольшое преимущество. Несмотря на то, что медведь фармит, вот Эрман уже... И просто на пермет... Ах, это, наверное, несет что-то себе медведь. Он несет себе транквил бот. Сейчас оно доделать и станет получше немножко. Клокерку можно было договориться с инвокером, чтобы он влетал на медведя, ставил его в коги, ну и туда залепили санстрайк. Санстрайк третьего уровня уже. Будет достаточно больно, то есть 25 урона, пир дэмэдж. Форспиритом проверяет, не идет ли кто ганкать. Что здесь такое летит? Это бутылка. Санта постоянно туда-сюда носит, отпивается. Кунка перемещается. Видимо, влезть на отпулу. Здесь остается один майк. Видимо, просто будет спасать тауэр. Они поняли, что трейлейн у них не сработал. Вроде бы Shadow Demon, вроде бы Кунка. А теперь в итоге Кунка вынужден стоять, делать отпулы в лесу. Просто на легкий кэмп. Фарман не будет получать почти совсем. Пытается сделать отпул, не знаю, получится ли. Санта поймал стан от кентавра. Пытался добить его клатушкой, но и бить все. Спрятал в Disruption. Можно класть торрент. Торрент не попал. Сейчас, если бы прокнул интангл. Санта пытается лететь интангл. Ставит паузу. НС извиняется. НС, давайте посмотрим пятый уровень. То есть никто никуда не прилетит, я уже думал. Какая-то хитрая пауза. Инвокер улетает. Инвокера есть Magic Wand. Санстрайк на готове. 587 с половиной урона. Здесь никого не подбить. Посмотрим, медведь замахнулся, но Санте осталось всего полсекунды. То есть если сейчас сразу же прокнет интангл, Санта умирает. Такой вот у него баланс на грани жизни и смерти. Очень мне интересно, как здесь все разрешится. Давайте пока посмотрим, что у кого есть. У Ксая особо ничего нового не появилось. У него Magic Stick. Перчатки на урну. У НС тоже только стик. Реконнектнулся инвокер. Так, ну и здесь ПТ Брайсер скоро появится у него. Барабан, и можно будет начинать ромить, летать на СП. Майк пока только ботиночки себе покупил. Но сейчас он будет стоять, сдавать ламинейт, и достаточно быстро, я думаю, появится мека. Демон же себе что-то хитрое несет. А это Magic Wand, он купил себе Arcane Boot недавно. Давайте смотреть, как здесь Санта расправится. Не прокнул Entangle, и Санта улетел. Повезло. Там удара 3 было без Entangle где-то, ну и... Шанс достаточно большой, 20% шанс, то есть могло и пропнуть. Из-за псевдорандома. Эльман, 1100 уже. Да, делать надо Magic Wand, ну и Санта возвращается сразу же. Замечательно избежал смерти, так он пытался соравить отпул, но и сам чуть не помер. Вроде бы выжил. Форстаф, точнее не форстаф, начало форстаф, Staff of Wizardry. Так, пока все происходило, Майлк убил Хаус Кнайт в одиночку. Я не ожидал такого маневра от него, просто он, видимо, вбежал под вышку, ну и... Keeper of the Light погиб. К Санте пришел зомби, Undying. Сейчас буду думать, что делать с медведем, видимо. Пока стоят, смотрят, думают, где саппорты. Кунка тоже давно не видно. Опять ставит паузу, Virtus.pro. Кунка все ходит, джанглит. Keeper of Light только что убили. Непонятно, где он сейчас объявится. То есть Virtus.pro пока в засаде здесь сидит. Ксай. Летит ракета Фира. Ну, Фир достаточно плотно у него. Почти 1500 хп. Реконнектнулся наконец инвокер опять. Какие-то проблемы, видимо, с интернетом. Но ничего такого, бывает. Ну как-то прям неторопливо, 3 килла за 11 минут, прям я не узнаю, такая межконтинентальная дота, что русские встречаются с американцами и просто постояли, потрилейнили. Никто никого не убивал даже, не набрасывался почти. Поехали. Отжимает паузу, летит ракет Фира, но это ничего страшного. Посвечит его. Клокверк сам пытался набежать, получил энтангл, на пол хп просел, но передумал сразу же.
отпивается, возвращается, как бы сейчас у Фира не возникло ложное чувство безопасности. Санта на него поглядывает, кидается ракета, но я не думаю, что зомби, они его убьют вдвоем. С этой стороны видит Force Spirit, поставили вард. Не знаю, как вард успел зафейдиться. Стоят смоки Джей. Инвокер стоит очень-очень аккуратно, он знает, что очень много мясов. Обходит с этой стороны его Бидис и Джея. Ну и просто на фейсбутс улетает, убегает. Инвокер, здесь висит курьер, как в курьер не нашли, распарялись по трассе, Санта влетает на Джея. Хотя бы курьера надо было попробовать убить. Хаус Кнайт уже убил Шадоу Демона, ну и Джея сейчас добьют. Как-то вот достаточно нелепо они зашли, что инвокер их увидел, с этой стороны прилетает уже на Демона, Демона надо убегать. Стягивает его. Реалити рифтом. 2 секунды стана, ну и посмотрим, хватит ли урон. Пока что демон бегает, прожал уже стику. Нет, откатился реалити рифт, ну и Бидис вернулся, хотел спасти своего друга, сейчас сам здесь умрет. Барабан прожимает Эйрман. 4 секунды стана, ну и переживет он. Спокойно дисрапшн добьет, добивает. Полетает еще и визг, демона режет сразу тезером. Можно еще раз попробовать убить, но уже как-то они здесь затянулись. Санстрайк летит демона, демона отогнали. Санта здесь стрелял с ракеты, вот он не успел подбить ракетой. С этой стороны Майлк пытался убить Хаус Кнайта. Хаус Кнайт реалити рейф на крипа, ну и бежает. Замечательно подрались, очень много киллов получили. То есть убили Шаду Демона, убили Кунку, убили Демона, убили еще раз Шаду Демона, который пришел его спасать. Ну и счет уже 6-2. Вот так вот прям открыли счет. Virtus.pro. Not bad. Сейчас посмотрим, как поменять за эту график. Демон сразу же понял, что на меде достаточно страшно ходить, пока убивает нейтралов в лесу. На меджи приходит адмирал Кунка. Иллюзия Клокверка. Непонятно, как она здесь оказалась, но застрял в деревьях. Тейма Валт. Осталось совсем чуть-чуть до форстафа, буквально 500. Так, ну и сцепились, и релокейт доступен, вот они прилетали как раз на землю, вот уже откатился заново. Прожали смог, видим, просто пока набегут Санта с хукшотом, если сейчас на кого-то влетит, они либо релокейтом летят, либо еще куда, то есть не попал хукшотом, но это не проблема. Теперь у Бидиса. Бидис думает, что он в безопасности, но он действительно в безопасности, успел добежать до вышки. Коги здесь поставил Клокверк, ну и Бидзи стягивает, начинает убивать, 3 секунды стана, демон пришел, вроде бы кинул шоквейв, но никого же не напугаешь. Медведь грызет Санту, Санта могут быть проблем, на нем еще Солкэчер, стягивает медведя. Клокверка поделили, добили его крипы, судя по всему. И медведь бежит, у него вроде бы фейсбутс, а вроде бы виспая не догнать. Очень много мувспида из-за тейзера. Же, летит на ботлейн, надо спасать. Ботлейн от зомби. Ну и инвокер здесь спокойно продолжает фармить. Он знает, что по карте сейчас перемещается Хаус Кнайт с виспом. Им можно дофармить, допушить с вышки. Появится потом форстаф. Можно ходить вместе со всеми. Пока же просто помогал санстрайками. Все это вполне неплохо работает. 4 экзорта уже есть. Сейчас появится 4-й квас. Появится 2-й форспирит. Ну и пушить с этим просто одно удовольствие. Если кто-то выходит, кидает ему колдснап, и форспириты добивают. Сдувает. Иллюминейт Майлк. Еле-еле он попал до крипов. Кстати, сделает себе и сурну, ну и довольствуется соло экспириенсом. Достаточно давно здесь уже стоит этот зомби. По нетворку стоит отметить, первый до сих пор Фир. То есть у Фира все весьма неплохо. У него Мидас, у него фейсбут на медведе, Транквил Бут. 700 денег помимо этого. Ну, как бы не случилось так, что у него какие-то значимые вещи появятся уже после того, как вся команда поумирала неоднократно. Убивает вышку на меде, добивает его инвокер. Закупил, видимо, рецепт себе на форстаф. Да, вот он летит, летит телепорт чей-то. Перетягивает сразу на топ. Понимает Virtus.pro, что медлить нельзя, что если они оступятся, если дадут время нафармить медведя, нафармить кунки, с каждой минуты для них все будет только хуже. Набрасывается на эфира, 2 секунды стана, летит еще и санстрайк. Отличный дисрапшн, спас от санстрайка. Фир стоит в когах. Поехал корабль, бафнул его. Неплохо бафнул. Распалялись на Эрмана. Посмотрим, добьют ли его.
Улетает, успеет ли улететь? Не успел. Даблкил получает фир, то есть он убил одновременно. Точнее, не одновременно, убил Виспа, убил Клокверка. Ну и Хаус на этом. Убили крипы, они поделили килл. Вышку все равно потеряли, просто крипы там запушили. Но тем не менее, хорошие такие киллы для AJ, они, можно сказать, вернулись в игру, осадили Virtus.pro немножко. Дрались без андайга, вот ему, видимо, высказали, типа, ну как бы, почему тебя не было, у нас там такая драка, он довольствовался своим соло-фармом, видимо, все это время. Ну сейчас надо ему участвовать в драках, вот из-за того, что его не было, начали потихонечку такие вот проигрывать, очень отважно налетели. Потом выяснилось, что не получилось подраться совсем, у него и урна вроде, то есть заряд будет копить, если будет со всеми ходить, надо как-то ему подключаться, делает худ Санта. Виз. Купи себе просто брать, разотанковался, ну и Хаус Кнайт барабаны, кусочек как кусочек Огурка. То есть БКБ достаточно быстро появится. Второго Форс Спирита, видимо, до сих пор нет. Вот он вызывает, наконец он вкачал, вызывает. Теперь два их. Ну и пушит ботлейн. Опять зомби не хватает, вот он несет себе, видимо, телепорт. Да, так и есть. То есть сейчас, если будет какая-то драка, если будет какой-то дайв, пролетит зомби. Надо бы ему уже это делать, потому что здесь собираются AJ. AJ будет защищать эту вышку, это вполне понятно. На Virtus.pro, видимо, решили подождать немножко. Не знаю, чего они ждут, если честно. А вот они решили посмотреть, когда кто-то куда-то выйдет на соллейн. Демон пытался убежать, однако здесь и санстрайк летит. 2 секунды стана, сажает его в дисрапшн, но потратил он уже свой скивер. Прожал кистику, вроде бы. Прожил еще секунду, но это не сильно помогло. AJ вроде бы убежались, но демон погиб. То есть с кьюером он уехал, но тем не менее. Подбили его. Санта находит дабл дэмэдж. С этой же стороны эфир фармит. Нейтрал фармит эншента, 2000 эфира. Все весьма у него неплохо, вот у него 7000 нетворс, несмотря на то, что Хаус Кнайт очень много людей убивал, у него 4-1-3 счет. Эфир его просто перефармит за счет Мидаса. Летят ракеты, как бы медведи сейчас не нашли, ну и бегут сразу прям за вышку. Находит Майлка. Вовремя успел он бежать в туман. Ну и приходит медведь, летит торрент. Вышка уже упала, то есть здесь можно не драться, надо отходить чуть подальше. Сейчас вернется демон, пока он на базе стоит. У демона 1500, то есть пока еще нет блинкдаггера, вот надо... Ловить момент был Virtus.pro, можно было попробовать подраться, однако защита здесь достаточно неплохая была. VG. Вроде бы все на полном ХП, все под тир 2, как дома себя чувствуют. Поставили вард в эншентов. Хороший вард, если придет фармить медведь. Вроде бы эншенты живы, то есть пока не догадываюсь, что там вард. Можно будет его там подловить. Понимаешь, что... Где-то надо искать фарм в команде G. Так, ну и здесь бегают, непонятно, что делают. Смотрят на тир 2, начинают тир 2 бить. Медведь показался на карте, ну и сразу же полетает Виз. Сразу же с первого удара поймал энтангл сейчас. Боялся он порвать линк, поэтому Эйрман далеко не ходил. Линк таки порвался, медведь гонится за виспом. Опять энтангл. 2 секунды осталось до релокейта обратно, но вот так вот уже Виз помер. Бьют Эрмана. Сейчас, если его побьет, он поражал фейсбуст на медведя. Опять энтангл, торрент не попал, к сожалению. Летит корабль, посмотрим. Нет, успевает. Телепортируется. Хаус Кнайт. Замечательно, он спасся. Буквально на миллиметр промазал торрент, но и корабль не успел доехать. Тоже буквально полсекунды оставалось. Так вот, не повезло команде EG. Санта нашел инвиз здесь. Дособирал уже худ. Делает пап, видимо. Так, ну и медведь, воодушевленный, вот что убил он так виспа. Сейчас Санта с инвиза что-то здесь ему строит. Поставит когер, растолкается в разные стороны. Прибегает Хаус Кнайт. Влетает Клокер, еще и поставил кого-то. Ну и демон въезжает, рерспалярсим на двоих, на троих. Надо дамажить, урона пока нет. Убивает демона. Убивает Кунку. Остальные все в рассыпную, медведь здесь бежит. Рекольт его Keeper of Light. Посмотрим, где он сейчас окажется. Оказывается, на меде. И здесь просто идут как бульдозером и решают, видимо, тир 2 пропушить. Все вот так вот.
Клокер Ксенвизм неплохо подготовил все к драке. Ставит Коги, все не понимают, что пока происходит. Сразу же ставит Стомстон, влетает Хаус Кнайт, ну и... начинает всех убивать. Инокер разбрасывает свои метеоры. Прилетает опять Висп Хаус Кнайт, Майлка. За 2 секунды буквально убили, даже меньше. Здесь появился Мифрилхаммер, очень больно бьет. Эйрман. Подынали вышку. Эджи вот так вот попытались попушить, но им доступно объяснили, что делать это не стоит. То есть единственный тауэр, который упал в Virtus.pro, был ими заденайен. Уфира, 4200. Все копит и копит. С этой стороны инвокер добивает вышку. 3500 у инвокера. Тоже достаточно богатый. 900 монет у Ксая. Ну и здесь уже можно покупать свиток на БКБ. Рецепт. Удивлен, что Фир ничего не закупает. Вот он, видимо, пошел за Sacred Relic'ом. Пока ничего не появляется. Вот он его закупил. Так, ну и здесь защита базы уже. 22 минута. Заходит на хайграунд. Ну и сразу же отходит обратно. Ну и получали, похоже, чуть ли не просто от вышки. Летят элиминейт. Ну и будет достаточно проблемно зайти. Летят шоквейв, летят элиминейт. И постоянно крипы умирают. То есть надо будет что-то придумать, надо будет дождаться пайпа, чтобы крипы просто переживали. Первичная АОЕ. Да, делать надо меку, вот висп над этим работает. Осталось 300, все, даже 2,5. Майлка. Такая же примерно ситуация, но вот до свитка, до рецепта на меку достаточно далеко еще. У Магнуса наконец появился блинкдаггер, вот так на 23 минуте. Давайте посмотрим, что здесь по графикам. Как видно, 5000 experience у Virtus.pro. Ну и по деньгам примерно так же, 5-6 тысяч. Ходит вокруг Рошана, думает, не сходить ли на Рошан, но понимает, что... может, это плохо закончится, там они собьются, если в кучку. Поэтому решает просто дофармить здесь. Что такое летит? Рецепт на БКБ Эрмана. Ну и кусочки Аганим Таймавалда. Медведь убегает на мид. Медведь с сакрострельком пока Радианса не доделал. Давайте посмотрим. Осталось 200 всего до Радианса. Не самый поздний Радианс, то есть учитывая, что происходило. 23,5 минуты. Однако с БКБ Эрман, я думаю, не будет внимания на это обращать, если интангов не будет. Другое дело, что его саппорт могут просесть. Но если будет пайп... можно будет попробовать успеть кого-то разобрать. Прошлый файт, который происходил на топе, был очень быстро. Просто люди переумирали, и на этом все закончилось. Буквально за 2-3 секунды. Демон со своим блинкдаггером. Идут они, видимо. Майк служит приманкой. Остальные поджидают. Virtus.pro показались на топе, но с этой стороны ходит еще и Хаус Кнайт с виспом. Если их убить, то... огромное количество ударной силы. Virtus.pro лишаться. Пока что Virtus.pro ходит аккуратненько. То есть, видимо, понимает, что Майк просто так не появится. Уже скрылся и смог уже. Сразу же прилетает. Кто сюда прилетает? Это Undying. Сейчас поставит Антом Стоун. С другой стороны забегает. Сейчас будет оббегать Хаус Кнайт с виспом. Возвращается вообще все. Сейчас будет хукшот. Клокер. Пускает ракет, но с этой стороны поедает. Поедает медведь. Продал БКБ Эрман. Пустили корабль. Корабль попадает в Сандру и распаляется, прижимает в него демон. Я удивлен, что они его так захейтили. Спаслись с дисрапшеном и Майлка, но Майлк уже, похоже, умирает. Медведь догрыз-таки. Санту. Подняли на торнадо, добили кунку. Пострелил демон. Демон уйдет, скорее всего. С этой стороны пытается бежать медведь, но вот он уже поймал 2 секунды стана. Видимо, никуда он уже не убежит. Несмотря на Радианс, несмотря ни на что, троих потеряли и же. Ну, здесь полетели дальше за демоном. А, это не демон, это Бидис. Не успели они его порезать Эзером. Хоть и увидели в спиритами вроде бы. Сейчас вернутся обратно, там у кого-то была урна, сейчас откатится мека. Да, заряда есть в урне. У зомби. Ну и теперь все совсем хорошо у Virtus.pro, вот они продолжают просто сноубол. Были небольшие опасения, что когда появится Радианс, будет какой-то такой файт, что если оступится Virtus.pro и как-то достаточно плохо подерутся, может все очень резко поменяться. То есть если бы сейчас они файт проиграли, сразу же EG забирали бы Рошана, пушили бы вышку. Здесь вышки осталось 70 хп, можно было задонать.
Однако это не произошло, но и Virtus просит теперь все просто замечательно. Уэйрман уже Аганин. У него 13 уровень только, то есть пока еще третий инвок, но уже мана не стоит инвок. 4 секунды кулдауна, тоже неплохо. 4 не 2, но скоро получит он 17 такими темпами. Мидаса медведь поедает форспиритов. Ну и уходит на мид. Крипов кидает на торренте. Убегает медведь, горит. Пугает всех своим радиансом. Ну и ждут момента. Хаускнайт пока стоит на меде. Вот он находит иллюзии. Для Хаускнайта иллюзии это просто замечательная руна. Напомню, все они стягиваются реалити рифтом. Что с руной иллюзии, что с манта стайл. Вот он получил армлет, поражал армлет, взял иллюзии. Иллюзии теперь сильные. Вот они, как с включенным армлетом, будут бить. Прожимает пайп, ну и начинает бить. Влетает Санта, влетает на Майлка. Ставит Тумстон зомби. Попробовал туда влететь Хаускнайт, но как-то не очень получилось. Майк все равно уже умер, дали РС палять на инвокер, на Санту. Инвокер форстафнулся, вроде все равно попал в корабль, кидает торнадо, кидает метеор. Размазывает пока только Спирит Бэйра, с этой стороны гонит Кунку. Кунка умирает, но вот как-то Кунка помимо кораблей какого-то влияния на игру пока что практически не оказывал. Два их убили, можно сходить дальше. Можно идти на тир 3. Да, это Алакрити. Хаос Найт с Алакрити. Быстрее и больнее бьет, но и сейчас вышка очень быстро упадет. С этой стороны еще бьет Force Spirit и своим хаос дэмэджем. Достаточно больно они прошибают по вышке. Пришел демон вроде бы. Кинул Шоквейв, вроде бы кинули Иллюминейт, но с этой стороны поражали пайп, все отпиваются. Поставили Айс Волл. Никто за него не пойдет, помимо медведя. Вот медведь пришел, вроде пытается всех сжигать. Поставили крест на Андаинга. Ездит вроде бы корабль, но уже все выбежали из зоны. Virtus.pro понимает, что хп мало, кулдаунов в меке. Кулдаунов пайпа пока нет, надо отходить. Как бы сейчас медведь кого-то не подживал здесь. Однако с разворота Эрман начинает набегать. 4 секунды стана. Торрент не попал, но Эрман уже прожал БКБ, испугался. Мы прям-таки выгнали их с базы. И выгоняют даже за речку медведем. Фир всех. Достаточно долго жёг. Висп чуть было не сгорел. Вот у него хп совсем мало. Так, ну и пошли они забирать вышку на топе, судя по всему. Окрылённый успехом, что отогнали так врага. Медведь вышку сберет буквально удар за 4, я думаю. Приходит большой крипвейв. Надо этим пользоваться. Поражали фортифай. Давайте посмотрим. Релокейт есть. Стягивает инвокера. Не верим, почему инвокера. Видим, чтобы быстрее отрегенил он, но вышка уже упала. Влетает туда вдвоем. Смысла не было особо никакого. Вот инвокер появился уже. Ультимейт торп, между прочим. Что здесь такое летает? Летает гем. Берет его Undying. У него же госсептор, то есть начнет его. Медей ставит в антагл, он его прожмет. Госсептор покупает и Санта для той же цели. Он же есть уже у НС, вообще они скоординируем, так закупились. Все с госсепторами. Кроме инвокера, у которого форстафт, ну и кроме Эрмана, который помимо этого закупает полезные вещи. Так, ну и внешние вышки закончились. Барак вроде бы голый, можно попробовать на Рошана сходить. Посмотрим сейчас, пойдут ли. Находит опять иллюзию, опять включает армлет. Иллюзии надо расконтролить, спасти вышку. Вот здесь у вышки, как я говорил, 71 хп. Наконец, крипы ее нашли. Успеет добить, судя по всему. Добивает. Ну, такая небольшая заминочка. И же ждут всех на хайграунде. Кунки только барабаном, два заряда. Фейсбутс. Мек вроде бы есть у Майка, но постоянно именно на него инициируют. Он даже сделать ничего не успевает. И блинк-даггер у Магнуса, он им постоянно ловит. То Клокверка, то Клокверка плюс еще кого-то. В общем-то, почему-то такой хейт на Санту персональный. Бидис с одним ботиночком. Медведь, давайте посмотрим. Появился Гиперстон, между прочим. Гиперстон, Плейтмейл. Медведь достаточно плотный, быстро бьет. Посмотрим, как здесь сейчас будут пытаться защищать мидлейн. Понятное дело, что пойдут по миду, но могут и на Рошана выйти.
пока Дайра вардами видели, кто где. Сейчас же понимаю, что все уже на мид подходит. С этой стороны Хаус Найт иллюзиями просто подпушивает. По топу идут Форс Спириты. А по миду идут сами. Госэтрим будет контролить с медведя, они его раскасят, просто как нечего делать он. Если не поймет, что надо бить, бить надо либо Эрмана, либо Инвокера. Инвокер уедет на своем Госэтре. Господи, на Форстафе. Ну, Эрман либо притянется куда-нибудь реалити рифтом, либо прожмет свой фантазм. В общем-то, огромный скинет с медведя. Заходит на Рошана, начинает бить Рошаном. Я думаю, понимает прекрасно иджи, что происходит, но вот сделать с этим ничего не могут. Медведь 16 уровня, вот он перекинулся туда-сюда, теперь у него 200 хп. Жгет своим самоном. Крипов здесь отпушивает. Так, ну Рошан добили наконец, берет Аегис Хаус Кнайт, все готово для пуша. То есть основные вещи все появились, не ждать же Хекса у Инвокера, надо начинать заходить уже. Аегис есть, все просто замечательно, Висп. Купил себе Аркейн Бут, судя по всему, только что. Весьма целеустремленно. Идут здесь. Все впятером. Побежал куда-то Хаус Кнайт купить себе ривер. Весьма плотно, очень больно бьет, надо. Даже я не знаю, что сделать, чтобы выбить из него Эйкс, потом самого убить надо. Всю команду перед этим вайпнуть, но это произойдет очень даже маловероятно. Там и пайпы, и меки, в общем-то, все хорошо. Сами персонажи, не то чтобы самые худые, то есть есть еще Эндайнг, есть Клокер. У всех Госептеры. Подготовились основательно, Virtus.pro. Пока постреляют просто элиминейтами. Убивает крипов. Ну, эфир ждет. Накидывает Empower 4 уровня постоянно, то есть здесь медведь будет бить очень больно, очень быстро. Если кого-то подцепит, то вот в идеале надо подцепить Хаус Кнайта и убить его, пока он не поубивал кого-то сам. Однако у него Аегис, то есть если про него забыть, свичнуть в кого-то, может быть и плохо. Прожали наконец пайп. Пайп снимает элиминейтом. Крипов вроде пытается убивать, однако уже прожал фантазм Эйрман. Медведь набегает, но и уже пол хп медведь снял, как я и говорил. Медведь бьется очень больно. Поставили Тумстоун. Тумстоун сейчас добьют. И барак отстояли, судя по всему. Как минимум за этот крипов сейчас откатится с кулдаун пайпа. Можно будет попробовать еще раз, но Эрман уж совсем мертвый. Можно даже релокейтом свозить фонтан, подхилить. Чуть было не сжег его медведь, не выжег из него Аегис. Висп засветился оверчаржем. Совсем понятно. А, он убавляет себе хп, чтобы можно было отхилить с мекой. Похилил мекой. Установил в двойном объеме Хаус Кнайт здоровье. Если бы у него было полный хп, если бы он поражал меку, Хаус Кнайт было ничего не передалось. Но летят они релокейтом. С этой стороны пытаются убивать Санту. Пытаются убивать Инвокера. Влетает Висп Хаус Кнайт. Поймали Майлка. Майлк сразу же умирает. Ну и Санта перед смертью успел поражать свой пайп. Точнее, Санта еще живет, убили Инвокера, Инвокер выпился. Ну и трипл килл получает Хаус Кнайт. Аегис таки потерял, выжиг из него медведь Аегис. И Малк с демоном расходится. Остались они вдвоем, ну и не знаю, как они сейчас будут здесь дефать. Фир стоит уже в фонтане, вот он купил рецепт на Кирасу, перекладывает, видимо, собирает здесь все в кучку. До Кирас осталось 200. Можно попробовать что-то продать, но вроде бы вот он доделал таки. То есть у него уже хватало. Так, ну и надо опять защищать. Фортифай надо прожимать, сейчас уже вроде бы все живые, помимо Кунки. Прожали Фортифай, медведь горит, поедает крипов. Санту бьет медведь. Блайндом уже второй раз подряд откидывает так. Ну и надо агриться на Демовалда. Потеряли барак, не успели ничего сделать. Даже как-то прыгивать демон не может, потому что ультимейт у него в кулдауне. Ну и прожали барабаны, прожали БКБ. Набегает корабль, вроде было, отвозит обратно Инесса. Демон, ну и надо самому выжить. Подняли он торнадо, полетело. Метеор. Дефнинг Бас. В итоге убивает Инвокера, убивает Виспа. Очень сильно надамажил здесь медведь, гонит Ксая. Посмотрим, может Ксая добьют. Он убегает просто наверх, за ним гонится всей командой. Пытается улететь. Медведин
Принеси. Даблкил делает кунка, как он это умудрился сделать. Давайте посмотрим, где он. Видимо, просто с эмпауэрами кого-то надамажил. Так, ну и вот так вот отогнали, потихонечку повернули. То есть один барак они потеряли, один милишный, но сами идут уже по миду. Очень долго, ну не то чтобы очень, но как минимум 15 секунд еще никого не будет. За это время можно успеть спушить тир 2. Дорошан весьма долго. А Егиса больше нет, Virtus.pro уже давно. И медведь рычит, и Таур пока просто тратит фортифай Virtus.pro, но сейчас Таур начнет падать. Вот сейчас будет драк, сейчас будет пытаться влетать Virtus.pro. Санту ждут, когда он появится. Если хорошенько влетят, то шансов у EG будет совсем мало. Пока же они убивают вышку за вышкой, знают, что дали им возможность это сделать. Так вот, достаточно слопи провели файт Virtus.pro, ну и этим платились. Медведь добивает вышку. Здесь уже прилетел Санта, подпрыгивает. На Джея ставит Коги, но Джей успел убежать. Ну и надо всем просто в рассыпную. Бежает демон. У демона есть ультимейт, между прочим, режет палять на Санту, на Теймайвалда. Зомби вроде пытаются всех подхилить, пока вроде все живы. Наконец убивает, делает даблкил Джея. Эйрман влетает, пытается убивать Кунку. Медведь грызет Эйрмана. Идет корабль. И бьет Хаус Кнайта, продолжает Фир. Фира убивает, 4 секунды стана. Джея пытается добить Хаус Кнайта Торрент, но в итоге сам умирает от зомби. Ну и Бидис, настаклись на нем здесь зомби, замедлили. Сейчас его тоже доберут. Медведь выкупается, само собой надо как можно быстрее потратить кулдаун. Теперь у меня будет тикать кулдаун 5 минут вот этим на следующий байбек. Посмотрим, переживет ли он следующие 5 минут. Как раз через 5 минут примерно появится Рошан. Через 5,5, через 4,5. С дабл дэмэджем Эрман пошел искать. Знает, что медведь выкупался, что скорее всего он сейчас с базы выйдет. Так улетит рецепт на хард в Тараск. Вот не прокол энтангл медведь на Хаус Кнайте, из-за этого очень много проблем возникло. Хаус Кнайт раскачивал, он постоянно прожимал реалити рифт, отрывался от Спирит Бэра, а сам гонялся за его хозяином. Ну и вполне успешно его убил. Дали санстрайк, прогнали немножко. Так, давайте посмотрим, что появилось эфира за это время. Вернул медведя. Так, ну пока особо ничего. 2000 денег у него есть, вот он выкупался, но помимо этого ничего пока позволить себе не может. Никак не доделать себе БКБ кунку, вот он кораблем всем помогает, вешает баф, откладывает урон. Затанковывается просто Бидис, покупает Брайсера. Ну и здесь тоже госсептор. Virtus.pro, прожали смог. И зомби так гем до сих пор не выбили, вот он скоро будет 16-го. Собирает то ли Кирас, то ли Шиву, пока непонятно. Ну здесь никак не появится Хексу Инвокера. Просто беда какая-то. То же самое с Аганимом у Санты. Джей очень отважно здесь фармит, сейчас видимо на него будет входить со смока. Прилетят, если релокейтом еще здесь будет очень большая драка. Санта показался, влетает на демона, демон уезжает с Кьюером. Может он проезжает сквозь Коги, но эфир. Нашли эфир, и я думаю, эфир для них куда желаннее цель, чем демон. Демон, однако, кидает Рейс Полярити, очень хороший Рейс Полярити, но все достаточно плотные. Прожали Меку, прожали Пайп, эфира уже убили. Добивает остальных. Надо Биджея. Уже всего пол хп, но вот, наконец его вытягивает, добивает. Даблкил получает Эйрман. Ну и просто бьет барак здесь, саппорта. Ничего уже не сделают, не передамажит эту Хаус Кнайт, ему еще и Алакрость дают. Сейчас еще и Оверчардж будет ченнелить. Не то чтобы ченнелить, бафас. Загорелся Висп, можно классить вышку. Опять Алакрость, втягивает Шадоу Демна, Шадоу Демна себя прячет Дисрапшн. Бидиза сейчас добьют, добивает Бидиза. И начинает бить Тауэр. 20 секунд еще. До спауна кунки, до спауна ландроида. Скорее всего, вижу здесь уже. Ничего не смогут сделать по одному. Раз что придут, поумирают сейчас. Прожали пока вроде фортифай, осталось 10 секунд. Дали всем блайнд. Весь плетит, похоже, что. Летит на ботлейн, между прочим, здесь демон что-то пытался делать. Демона сразу же убили. Сразу начинает работать на тир-3 тауэр.
сейчас вернуться обратно, вот так вот они всех обманули, но здесь уже все заспаунились, давайте посмотрим, как здесь будет драка проходить. Пролетает Бедис, ну, барак упал, второй барак, ну и начинает отходить Virtus.pro. Зомби оставили на сиденье, поставил он Tombstone, сейчас выронит свой гем, а гем он успел куда-то, а вот он все-таки выпал. Он выложил его на землю, хотел, видимо, убить, но не успел его, подбили. Вот так вот, 41 уже минута, немножко подзатянулось. Тут видно, здесь оступались пару раз, Virtus.pro. Ну, в целом у них все весьма неплохо. По деньгам тоже они немножко приостановились, но уже две стороны пронесли. Посмотрим, как сейчас EG. Им надо дать решающий файт. Если EG один файт сейчас выиграет, они все равно переломают всю базу врагам своим. То есть тир 2 с двух сторон нет. Сейчас скоро будет Рошан уже спаунится, между прочим. Ну и поэтому надо выкупаться андайнгу. Сейчас будет драка за Рошана. Санстракем инвокер ворует крипов. Инвокер Хекс до сих пор не доделал, но деньги вроде бы есть. То есть можно вбежать вроде бы в Рошпит докупить, а с другой стороны здесь уже входит команда EG. Ставит центры варды. Посмотрели на инвокер, подцепил он демона на торнадо. Демон уезжает. Санта влетает на него. Ну и напоролся с спиритбейром. Оказывается, в когах демона. Убивает, раскатывает. Байбеком, по-моему, тратил. То есть, скорее всего, здесь уже начало конца. Да, действительно, нет байбека. Гонится здесь. Хаус Кнайт с виспом. За эфиром стягивает, убивает. Нет. Телепорт уже потратил, но никуда ему уже не деться отсюда. Хаус Кнайт. Beyond Godlike. Давайте посмотрим, какая у него статистика. 18-1-9. Просто уничтожение. Больше, чем половина киллов на одном Хаус Кнайте только. Остальные киллы более-менее равномерно. Так вот он ходит, всех убивает. Наконец докупил Хекс Инвокер. Надо последнего Рошана добить. В принципе, можно было и сразу попробовать, пока демон мертвый, сходить. Добить последние бараки. Они здесь даже без вышки стоят. Есть, конечно, еще один, но тоже дело достаточно быстро. Решили перестраховаться сейчас. Продаст, видим, барабан. Возьмет себе Аегис. Смоу, 4200 хп, он купил еще один ривер, такой вот casual ривер. Можно сделать вторую карту в Тараск. То есть уже с слотами проблема. Стоит, думает, что продавать. Вместо этого Аегис забирает. Инвокер. Ничего не стал продавать, можно слетать, купить Vitality Booster. Стоит покупать Point Booster Santa, никак он аганим свой не доделает. Тем не менее, на хукшотах влетает исправно, когда надо. И же здесь выходит смоки, а медведь горит вроде бы. Вроде бы и не хотели они спалиться, а вроде бы и само так вышло. Отключается радианс, то есть можно было его отключить просто. Или медведь просто весь находит. Нашли Хаус Кнайта, кидает его в дисрапшн, а Егиса у него нет, надо пытаться убивать. А Хаус Кнайт прожимает БКБ, зачем-то загрелись на виспа. Стоит здесь Фир. Виспа убивают. Пока все это происходило, успели потерять шаду демона. Распалялись, потратили. Добивает Эрмана. Очень ценные киллы, однако есть байбек у Эрмана. Вот он сразу же выкупается. Теперь 5 минут байбек у него не будет. Пока все это происходило, команда остальная Virtus.pro пыталась сделать мега крипов. Выгоняет их с хайграунда. А Санта Монолик. Но ману у него не успеет потратиться, не застанется. Не застанется, все-таки он достаточно далеко ушел. Обороняет здесь бараки. Ну, Хаус Кнайт весь пом уже бегут обратно. Висп тоже выкупался. Ну и такая прям затяжная игра. Никак они не осилят, не сделают мега-крипов. Здесь вроде бы уже и база отбивает, а. Подловили. Хаус Кнайта с виспом этих. Немножко отложили. Завершение игры. Так, находит Майлка. Майлка втягивает. Раз удар, два удар. Кидает его в дисрапшн, начинает бегать. Бедис, надо прожимать госсептор, либо что у него там. Нет у него госсептора, он просто помирает. Такая же проблема у демона. Здесь этот персонаж, не знаю, кто его уже может убить. 3 секунды стана в майку, и вот так вот всех саппортов. Одного за одним просто колотушку переколотил. Сейчас наконец они сделают мега-крипов, но и будем ждать второй матч уже. Потихонечку бьют вышки, пока не сдаются до сих пор EG. Ждут падения Эншента. Ну,
весьма стабильно отыграли Virtus.pro, как видно. Оступились пару раз, игра немножко подзатянулась, но тем не менее развернуть не дали. Никакой драмы здесь не вышло, спокойно допушили, добивали. Пару раз их и подловили, но не помешало ловить здесь инвокера. Дали ему корабль, влетает еще и клокер. И говорит, демон, good game. Дала ему attention. Давайте ждать вторую игру. Буквально 5-10 минут перерыва. Пока игроки передохнут. Давайте ждать.